Добрый день всем любителям мифических пазлов, вас приветствует Альян Shadow Empire и с вами Саурон. Ну что ж, ребята, пришло время начать вернуться к записи Воин, как бы у нас, смотрю, ничего пока не меняется, в принципе состав Альянса пониженный и мы вообще отвалились, выпали из топ-100 и у нас теперь вот такие соперники. Вот, в принципе, видите, как разные центра, красные, синие, фиолетовые, зеленые, то есть, ну, все что угодно. Сборная солянка, точно так же, как и силы команд. Вон, есть слоны почти 5900 и остальные там 5300, короче, 4500. Ну вот, ну, как-то так. Ну, ничего, будем, короче, себе какие-то цели выбирать. Наша задача, в принципе, больше тут, наверное, пофаниться, очки мы тут собирать не будем, то есть, ну, блин, мне по приколу просто там кому-то кабину проломить из того, кто более такой сильный, ну, или наоборот, обломаться, вот, так что так вот. Так, ну, у нас уже Ред тут уже отстрелялся, три шота сделал, когда он-то успел, блин, ну, ладно. Так, ну, давай мы тоже пойдем на вот этого Асифа, вот, скинем хотя бы один тапочек, тут, в принципе, у него красный центр, по краям два фиолетовых. Мы можем вот такой командой попробовать его проломить. То есть центр у него средний, красный. И мы, как противовес, берем три синих и два желтых. Так, ну что, отлично. Мы видим, короче, что синих камней много, желтых нифига нету. И вот зеленый кристалл просится, да, типа прокинуть его и заодно прочистить, подтянуть. О, шикарно, смотри, короче. Он синие подтянулись. И у нас тут, короче, вариантов много. И так, давай вот так сбросим. Та ты что, шикарно вообще, как знал. Блять, ну не убил, смотри, короче, у него там децл хп осталось, короче. И теперь у меня что, у меня как бы либо сейчас зеленый кристалл сорвать и понадеяться на что-то, либо вот так вот два взрываемся. Та, блин, там 6 хп, да, осталось. Ладно, она перед смертью, конечно, поднасрет нам, но тем не менее мы ее забираем, и, в принципе, наши синие заряжены, мы с кослепокой сейчас это все, короче, снимем и полечимся. Слушай, нормально она рубанула, блин. Нормально рубанула. Так, ну что, у нас Кисямба, да, будем бить его, потому что под ним вон есть синие камни, и по большому счету, короче, нам нужно и желтое искать, вот как раз будет повод. Вот, ну, в принципе, главное, чтобы он не зарядился. Ну что, пробуем. Давай, наверное, вначале левиафанчиком рубанем, вот так. Ах ты, собака сутулая. Отсопротивлялся. И что? Блядь, а что-то за урон мы такой нанесли? А ну, с камня. Так. Ну, давай тогда получается... Блять, интересно, как это я так забрал? Чё-то я не понял. За счет хрупкости, что ли? Ладно, неважно. Так, хорошо, теперь давай. Ну, я не знаю, давай, наверное, вот по этому флангу и работать по правому. У нас, в принципе, здесь Морена, то есть, как бы, через нее будем прокидываться. Вот, сейчас ее нужно убить и поискать желтых камней. Нам нужно будет сейчас ману подрезать дракону, чтобы он там никого не воскресил. Бля, что с интернетом, я не понял. Сижу, короче, на открытом воздухе, короче, все классно, что интернет дергается. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, хорошо, синие камни-то вышли. Так, Валентин. Хорошо, с тобой понятно все. Давай мы в любом случае сейчас сюда... по Морене, снимаем ее вот эти крылышки воскрешающиеся, давай по ней получается своей Мореной рубанем и прокидываемся. Бля, чего я не могу ее забрать? А, ну сейчас нормально, сейчас лечимся, вон ее забираем желтыми, наверное, и получается будем тогда отрабатывать по дракону. Так, давай, короче, левиафан, снимаем щиты, снимаем манну. Так, кстати, по-молдавски я немножко сделал. Нужно было вначале Мореной, короче, а потом уже... Да, а потом нужно было бить уже желтыми. Ну ладно, тут в любом случае уже шот. В любом случае шот. Давай, короче, со всех орудий палим, короче, по дракону. Давай вот эти три в пустоту и заодно четыре. О, отлично, вообще. То, что нужно.
то, что доктор прописал, короче, давай теперь тебе ману подрежем, а того шехой заберем. Шахой. Будем ее шахой называть. Так, отлично. Хорошо, все. Отлично, все хорошо. Начало нормальное. Слушай, а Валентин такой жирный, да? Я смотрю, его, короче, так сразу и не заберешь. Его нужно попросить, чтобы он сдох. Чтобы каждый герой его попросил. О, спасибо. Так, хорошо. Первый шот есть. С почином, так сказать. Так, ну что, у нас получается четверг, утро. Надо на работу, короче, движнячить. И мне оставили тут, короче... Что это такое? Ну давай, пошли, короче. Как раз сейчас испытаем своего Хиониса. Что, я зря его качал, что ли, блядь? Поймал его, недокачанный там до конца, там, ну, тем не менее. Сейчас будем, короче, ломать, крушить. Так, давай. Так, в принципе, я, наверное, брать сюда хепри не буду. Сейчас попробуем так его размотать. Зеленый центр. Так. Так. Чё, как двигать? Давай поднимем желтый вверх. Давай тут соберем. И чё, все что ли? И что, все что ли? Красный кристалл. Зеленый. А вроде начало хорошее, да, было? А теперь все грустно. Ну давай так. Ну, такое. И что? Давай, ладно, взрываемся. Рискнем, так сказать. Так, фиолы подошли, отлично. Вот падла, ну вот так и знал, короче, надо было их раскидать, надо было Хиониса в одну стопку, короче, кинуть, а этого, короче, в другую, блядь, и заблокировало трех ключевых героев. Ну я сам виноват здесь, надо было, короче, раскидать. Надо было Кисямбу, блядь, подвинуть влево, и я теперь три хода буду сосать. Да, и Хионис, так смотри, уже полжизни нету, блядь. Повоевал, да, смотрю. Желтый кристалл есть, но сейчас ангарбода. Увернулся, кстати. Красавчик. Молодец. Главное, не позорь меня, Хионис. На нас люди смотрят. Мы тут, короче, бля, всем рассказываем, что мы имба, а мы тут, бля, даже зарядиться не можем. Так, нахера я Дракулы, конечно, стрельнул. Сейчас он Кисямба заряжается. И вот он. Да, походу я не отхилюсь в этой игре. 759. Маловато. Так, Канна, ну давай, удиви меня. Ну, блядь. Что-то не то. Урон по 300, да? Стри, блядь, даже центр не пронес. Что за дичь? Так, ну все, это обидка, блядь. Это теперь, короче, мой принципиальный соперник. Да, бля, не люблю я терять команду, которую, блядь, планирую без проблем выигрывать. Ладно, говоришь, у тебя зеленый центр, хорошо. Сейчас мы тебе, блядь, пойдем устроим Кузькину мать. Иди сюда. Дулан. Да. Красных камней насыпало, бля. Пойдет что-то? О, вышло. Так, вот эти сюда. О, шикарно. О, отлично, все. Вот так бы всегда. Ну что, Канна, иди сюда, бля. Со своей ангарбодой подругой. Беспредельщики. Давай, два в одну, а ну. Ах ты моя солнышко. А всегда так, а?
всегда так делать сложно? 300, да? Так. Ну ладно, давай пока попрокидываемся в пустоту. Ну что, пустота закончилась, да? Сейчас кого-то в любом случае зацеплю. Сямбу я кидать не хочу, мне надо ангербода забрать. Давай вот так. Что-то не то немножко. Слушай, что он так больно бьет? Так. Не гони! Что за дичь? Так, ну хорошо, кавалер. Ты видел, два раза ударило в одного и того же, короче, блядь. Так, давай, короче, снимаем эту пакость. Давай, короче, лечимся и снимаем спецброню ангербоди. Все отлично. Иди сюда теперь. Так, давай, короче, по-новому все. Так. Так. Давай, кисямба. Отвалишься, не? Нет, не отвалился. Ладно, давай пока сюда покидаем. Давай покидаем сюда. 420. Блин. Забрал, да? Сука, нет, не забрал. А вот, о, сейчас забрал. Как, вон, как все меняется. С каждой комбинацией, короче, блин, все меняется. Все в этой жизни не постоянно. Все изменчиво. То ты вроде думаешь контролируешь ситуацию, то, короче, ситуация контролирует тебя, причем во все щели. Так, хорошо, хорошо. И что будем делать дальше? Перевернули мы поляну. Давай пойдем сюда. Давай пойдем сюда, это ихний второй топчик, их там в принципе трое. Давай пойдем вот так. Значит, Теска, Кваку, Автолик, Нумизматик, Абзу. Не знаю, я этой командой, блядь, там 5900, 5800 в шахтах разваливаю. Правда, конечно, я опять имел неосторожность с синими пойти на зеленого. И смотрю, у меня опять с камнями все классно. Так, ну желтые вроде можно собрать. А ну. Блин, уползли. Ну, давай 4 сюда. И. Но Энгус сейчас все равно зарядится. В него один камень влетает, и он ультанет. И он ультанет. Я буду надеяться, что не в синих. Так, что же подтянуть? Как пойти? 3 желтых сложить и поднять один синий вверх. Или 3 желтых снизу, короче. И понадеяться, что снизу еще один синий выйдет. Или зеленый поднять. Ладно, давай желтые. Так, отлично, желтый еще подошел. Хорошо. Так, кваку, не бейте моего кваку. Давай еще 3, дозаряжаемся. А ты в кого? Так, ну хорошо, терпимо пока. Так, ну что, давай по центру. Да, блядь, какой миртайн. А, ну хорошо, главное спецброни сделал, срез. Так, отлично. Ну все, мы сейчас тут заберем кого-то по любасу. Тут сейчас тут 3 в центре, сейчас будут терпеть. Так, все, забрали. Ну и отлично, теперь 3 в синих центр, да, можем прокинуть. Прокидываемся вот так. Шикарно, шикарно. А, лечимся. И забираем. Кого тут можно забрать? Деда, да, можно забрать? Он тут самый низкий по хп получается. Вот он, 1000. Вейни Мейнин получается 1000. Меньше. Ну давай, давай попробуем забрать. Должны. Под срезом. Да, шикарно, все, забрали. Все, теперь можно прокинуться один ход. А ну. Так. А вот еще 3 синих сюда. Так, ну они сейчас не отхилятся. Мы переживем это. Кваку красавчик. Вон, бля, смотри, короче. Замедляет ману так, что мама не горюй. Вон, вот оно сколько влетело, а он до сих пор не зарядился. Ну, сейчас мы его и Абзу забрали. Все. Ты уже и не зарядишься. Так. Ну, тут, походу, сейчас, короче, вот этого заберем. Так, отлично, он не увернулся.
Давай прокинемся 3 желтых. Зарядили всех. Ну, теперь давай цепишь. Ну, понятно. Все, давай, иди сюда. Так, хорошо, это шотик. Это шотик, это приятно. Это приятно. Так, ну что, у меня, блин. У меня появилась, блядь, мысль. Что, если мы пойдем еще раз сюда? Как-то мне не дает покоя то, что мы как-то ему отдались, блядь, тем тапочкам первым. Давай попробуем его еще раз прокатить. Давай 3 фиола возьмем с блокиратором. Хил будет Морриган. 2 шотера получается. Один будет под срезом. Должно получиться, давай. На, хер что получится, блядь. Фиолетовых камней нету, но правда зеленые. Зеленые, но мне же надо фиолетовые сперва. Давай 3 сюда. Так, есть зеленый кристалл. Блядь, жалко, что он взорвался. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну хорошо, мы это снимем его зеленую херню сразу. И сразу по нему ультанем. 851, маловато. Бля, ну смотри, фиолетовые камни так и не подходят. Мне бы сейчас его заблокировать и все. И дальше легче будет. Стри, блядь, красный кристалл. Просто с правой стороны эти фиолетовые никак не подтянешь, блядь. Приходится вот такие тупые ходы делать. Сейчас мне Канна, короче, походу, блядь, расскажет, почему рубероид. Сука, видишь, блокирует героев, короче, и все. Зато теперь фиолы вышли. Класс, блядь, отлично, блядь. Мне вышли фиолы, когда меня уже, короче, блядь, не могу ману набрать. Ха, тебе тем более не могу набрать. Ну, понятно, я его еще и не заблокировал, мир тайн. Так даже если заблокировал его, вот зеленая херня, короче, блядь, на третий ход, да, или на второй он снимает. А, он все, снял бы сейчас все, блядь. Короче, это, походу, опять залив. Этот Кнайт, блядь, 11965 продолжает меня бесить. Ну, я сам виноват. Не ищу легких путей. Да, сейчас Канна меня похоронит. Тут все понятно, 2 ушло. А этот молодец, лечится. Он кисямба еще. Не такая уже и простая команда. Да, как вышло. Все-таки центр должен быть хилом. Потому что по-другому, короче, выживаемость он не даст. Да, все, короче, размотали меня, все тут уже, блядь. Да, короче, сваливаем. Так, короче, ребят, я что-то, короче, на там вот. На кураже, короче, на злости решил, блядь, пойти взять красные моны. И понятное дело, что, блядь, нихера оно тут не получится. Мало того, что у меня тут моно на эмблемов нету никого. Все, короче, такие... Просто герои лысые, без эмблемы. А герои без эмблем это ни о чем. Так, а ну подожди, вон красные вышли чуть-чуть. Красные чуть-чуть вышли. И че, и как мне их сложить? Давай вот так. Так, отлично. Давай морду влево. Взрываемся. А ну подожди, может что-то получится. Может что-то получится. А может и нет. Блять, не хватает одного камня дозарядиться. Вот сейчас, когда все бы были заряжены. Ну понятно, он кисямба сейчас свои щиты навешает. Блять. Нет, походу, короче, не получился. Я вам скажу, я вам когда начинаю вот этой херней страдать, короче, оно вот так вот всегда получается. Несерьезные пазлы. Однозначно. Не делайте так, ребят. Ну,
Что мне тут делать, блять? У него висят щиты, короче, кисямбы. У него висит свой щит, короче, который броню дает. Еще и хил, короче, блять. Так, ну допустим, я отличилась. Допустим, а дальше что? Ну, допустим, я поставлю на себя... Да мне не хватит сейчас дэмэджа пронести. Давай снимем щиты кисямбы. Давай теперь получается... Давай... Блять, наверное, надо было ангербода вначале. 285. Да, я ману, конечно, подрезал, но... Не так я пошел. Но он все равно, я считаю, его ладошкой погладил, блядь. Стри, он все поснимал себя. Да, дул он, короче, не такой простой, как кажется. Особенно для моих коллег. И все, и, блядь, сейчас смотри. На. Стя, что Радаман там, как бы, он, у него есть свои приколы, да, по сравнению со Снежком. Но Снежок, мне кажется, все равно он более стабильный. У Радаманта, короче, не так. Ладно, тут надо сваливать, потому что он сейчас отлечится, короче, и вообще ничего не нанесу.